Йоу, рад приветствовать всех зрителей и подписчиков данного YouTube-канала. Меня зовут Матвей. Я пропал с радаров, но это были свои интересные причины, о которых я расскажу попозже. Ведь у нас есть тема поинтереснее. В игре новое событие. Или же новое уникальное животное. Это кубический олень. Нарисован он у меня на футболке. Выглядит действительно круто. И добавлен всего лишь на неделю. Поэтому нужно сходить, найти его и сделать чучело для трофейного дома. Но перед этим вот вам небольшая информация, более подробная по этим оленям. И потом продолжим. Нашу с вами любимую игру The Hunter Classic в честь 1 апреля, ну точнее с 1 по 7 апреля, ввели уникального зверя по типу тирекса, там оленя, и это кубический колумбийский олень. Вот так он прикольно выглядит, у него есть 4 окраса. Вот зацените, как круто выглядит альбинос. Если бы еще сделали для него кубические рога, было бы вообще пушка. Но я думаю, и так выглядит неплохо. Обитают они на карте Redfeather Falls и Whitehead Island. Шанс встретить не особо большой. Но, как вы видите, людям попадаются. Вот. Не упустите шанс забрать себе такой замечательный трофей. И я бы советовал всем сделать чучело. Потому что мы не знаем, ведут этого оленя повторно или нет. Скорее всего, это не случится. И если вы не сделаете чучело, то, возможно, потом будете жалеть. Ну вот, как-то так. В принципе, мне карта Redfeather Falls для этого больше симпатизирует. Поэтому сейчас переместимся в лагерь, либо же в кемп. И оттуда пойдем. Там сразу же спавнишься на берегу таком красивом. И олень уходит прямо внизу. По снаряжению вот такое замечательное дальнозарядное ружье, зелененькое. Мне очень нравится его звук выстрела, анимации, да и дымков. Это тоже круто. И еще его плюс, за счет того, что сюда можно установить сильную оптику, ты после выстрела такой отбегаешь в сторону, посмотреть, упал трофей или нет. Арбалет, также двустволочка в рюкзаке, манки, все по классике. В общем, погнали. Вот он этот лагерь. Сразу же присаживаюсь, чтобы никого не спугнуть. Вот, бивак и лики. Оружие заряжено, можно выходить. Вот такое классное место. Один раз вот там добыл самца. То есть он был обычным, не кубическим. И вот там добыл самца. То есть они тут спавнятся почти всегда, если вы перемещаетесь. Так, сейчас глянем, повезло нам на этот раз или нет. Опа! Ребята, самец крикнул. Так, так, так. Вот это уже интересно. Вы прикиньте, я за 3 захода до этого видео ходил, искал этих оленей на превьюшку. Ни одного раза не крикнул самец. Ни одного. Самки, самки, самки. Меня действительно бомбило. Я думал, что самцы немые. Наконец-то слышу. Теперь надо сделать все для нас. Во-первых, отступить на тот берег. Если сейчас выйдет кубик, я прям офигею. Твою... Ой, ребята. Это кубик прется. Какая милашка! Блин, извините. Эмоции. Вы позырьте, какая малюпаха. Ё-моё! Я уже думал, не повезет. Просто вижу, что это такое там. С ним самочка еще идет. А если у их детеныш типа будет квадратным ездов? Ну ладно, мы это никак не
проверим. Блин, меня переполняют эмоции. Безумно долго я этот трофей ждал. Наконец-то. Давайте, пока он подходит, я вам расскажу, где я пропадал вкратце. В общем, у меня были весенние каникулы, и казалось бы, надо пилить контент. Ребята, если честно, вот так все надоело. Ну, не в плане там записывать видео. Это-то хотелось сделать. Не было никакой мотивации. То есть просто отдыхал. Действительно, отдыхал в положенное мне время. Играл с друзьями в кэсочку. И круто проводил свое время. И поэтому ролики не выходили. Просто хавал чипсики там. Пил березовый сок. Ну ладно, сюда я заболтался. Давайте производить выстрел. Очень волнительно на самом деле. Это вот первое добытое мной уникальное животное. Кроме оборотней, там, конечно, всего другого. Так. Сейчас он лег. Он лег, ребят. Йоу, как же круто. Блин. Опа, медведь убегает. Сейчас еще пройдем Михалыча стрельным, если не знаю. Ну, поделись ты. Самец, да. Сегодня стрельным. Вдруг хороший по очкам. Пока займемся вот этой круглой. Блин, ну как серьезно относиться к вот этому? Это такой прикол, ё-моё. Чё это за малюпаха такая? Еще понимаете, вот мне в его модельке не нравилось, что рога, типа, не квадратные. А тут они маленькие, из-за этого они абсолютно ничего не портят. То есть их почти нет. Ну, вообще классно получилось. Давайте смотрим. Блоки. Бедли. Старет. Или стирет. Ладно, не англичанин. Так, ну что, трофейное фото. После этого переходим в лаунчер и делаем чучело. Как бы стараемся. Конечно, я еще буду ходить за этими оленями. И забуду, уверен. Но на видео так провести. Это да. Наверное, очень много воды в ролике на этой массе. Как его... За какие фрагменты его можно двигать? Я просто привык обычно, ну, оленей перемещать. Это как бы по сути. Во. Я думаю, его мордашка должна быть видна. Прикольно. Ну что? Памятная фото. Перезаряжу. Другой боеприпас более тяжелый. Пойдем сейчас тренинг Михалыча. Мы пойдем делать чучело. Ну, не сильно хороший медведь. Ну что, бамс. О, смотрите, а на него 12 мест надо здесь. Ну, конечно же. Конечно же. Все, готово. Всем ни пуха, ни пера. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, если понравилось. Думаю, эта серия и мое везение этого заслуживает. Пока.